Как там говорят наши любимые иностранные агенты? Полицейское государство, цензура СМИ. На кого они рассчитывают, когда заявляют такое? Отчитываются перед своими заказчиками? Или они это говорят народу? Если так, то это действительно нужно запрещать, потому что это вранье. Читаю Конституцию, статья 29, пункт 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещена. Государство не вмешивается в работу СМИ. И это запрещено, и эту норму государство перешагнуть не может, пока народ, который принял эту конституцию, не изменит свое решение на противоположное. Кстати, государство может свободно владеть СМИ, тратить на него бюджетные деньги, что сейчас и происходит, но влезать в редакционную политику он не имеет права. Даже в этом случае. Так решил народ в 93-м году на референдуме, приняв нашу конституцию. Плохо это или хорошо, решать вам. Я считаю, что плохо, потому что все средства массовой информации ведут явную политику по противопоставлению народа государству, чтобы народ возненавидел власть. Почему они это делают? Потому что это бизнес. Все они получают деньги с рекламы. Чем выше рейтинг у газеты или телеканала, тем выше стоимость рекламы на этом канале. А рейтинги выставляют рейтинговые агентства. И такое прям совпадение. Все они иностранные. И эти рейтинговые агентства принадлежат тем странам, которые вводят против нас санкции. То есть они выставляют высокий рейтинг СМИ только в том случае, если СМИ работает в интересах Запада. А Западу выгодно, чтобы Россия просто не стала на карте мира. Вот и думайте, хорошо это или плохо. Государство должно защищать свой народ. А статья 9.5 мешает это делать.